Во дворце спорта Измайлова сенсация следовала за сенсацией. Уже в первый день чемпионата спортсмен из Болгарии Нена Терзийский установил 3 мировых рекорда. На следующий день никто не ждал супердостижений от 15-летнего болгарского мальчишки Наима Сулейманова. Тем не менее, в рывке он превысил высшее мировое достижение в категории до 56 килограммов. Ни одна телекамера не сняла тот его подход к штанге. Любителям спорта пришлось удовлетвориться фотографиями. Зрители с нетерпением ждали поединка Юрия Варданяна и Асена Златева. В весовой категории до 82,5 килограммов они имели одинаковый личный результат – 400 килограммов. В рывке Златев и Варданян закончили выступление с одинаковым результатом. Однако болгарин имел меньший собственный вес. Соответственно, малую золотую медаль получил именно он. В толчке Златев начал с 210 килограммов и легко справился со штангой. Варданян толкнул 212,5 и вышел вперед. Златев оказался в затруднительном положении. Сколько заявить для следующего подхода? Сколько может толкнуть Варданян? Ведь он не раз был рекордсменом в этом упражнении. В конце концов, Златев заказал 217,5 килограммов. Таким образом, Асену досталась серебряная медаль, а Юрик в очередной раз стал чемпионом.